нынешняя городская власть, вот вся эта команда, которая там сидит во главе с Геннадием Леонидовичем, они находятся у власти в Одессе уже определенное продолжительное время, 3 года, в течение которых они полностью подмяли под себя все финансовые потоки в городе. То есть они как бы и раньше играли в этом городе не последнюю роль, но они далеко не управляли всеми финансовыми потоками. И, на мой взгляд, то, что вот сейчас происходит с лагерем, произошло с лагерем «Виктория», это только начало того, что может быть дальше. Потому что, ну, лагерь «Виктория» просто был, ну, очень симптоматичным и одним из первых их проектов. А есть еще множество школ, различных городских проектов, на которые точно так же были выделены и потрачены огромные деньги. И, ну, потому как я знаю, как в Одессе проводятся все эти работы, они проводятся примерно всегда на одинаковом уровне, когда цена завышается минимум в 5-6 раз, а вот сами работы делаются на откажись. А реальные, ну, в общем, эти работы совершенно не соответствуют всем нормам и правилам техник безопасности. Так вот, как по-вашему, где может рвануть дальше? Сейчас был лагерь «Виктория», что будет дальше, что еще может быть? Мне кажется, это непредсказуемо, потому что мы как бы видим вот верхушку айсберга. Ну, «Виктория», естественно, вообще превратилась в трагедию, поэтому об этом говорят сегодня не только в Одессе, а и в Украине. Да, мы знаем такие самые масштабные, самые вопиющие случаи, примеры коррупции. Это там завод «Краян», да? Но когда к нам приходят в гости в студию, они говорят о том, на что, допустим, рядовой украинец действительно даже не обратит внимания. То есть настолько развита коррупционная составляющая в Одесском горсовете, что потоки финансовые, они маленькими ручейками идут буквально отовсюду. Ну вот там яркий пример, да, ты говорил о школах и детских садах. Оказывается, если развернуть программу финансирования, есть такие документы в Одесском городском совете, а школьников наших школ, учебных учреждений, то есть такая графа затрат, на которую как бы учтены деньги в государственном, в городском бюджете, как финансирование налаживание оказания неотказной медицинской помощи, неотложной медицинской помощи в городе. То есть, оказывается, на каком-то уровне в каждой городской школе финансируется что-то, якобы, что поможет в какой-то критической ситуации оказать школьникам, педагогам неотложную медицинскую помощь. Кто из родителей, кто из школьников, кто из педагогов знает вообще, о чем идет речь? Тем не менее, потихоньку вот этот маленький финансовый ручеек, он сочится, и таких примеров сотни, мне кажется, если не тысячи. Что касается департамента образования, который, как бы, да, Буневич защищали сейчас все, но я смотрела последние документы, там было несколько закупок, которые, в принципе, одна графа, но они должны были идти уже через Прозора. Но ее заведомо уменьшают, разбивают, и вот такими вот кусочками они эти деньги себе выбивают. И то, что, в принципе, по маршала Говорова, то, что и вы делали расследование, уже сегодня известно о том, что среди фирм, которые участвовали в тендере, одна из них – это соучредители той же «Виктории», которую реконструировали, ну и выиграла фирма, связанная с женой непосредственного мэра. Вместо 77 миллионов там уже 102, повысили до 2018 года сдачу, ну и плюс на этом намыли еще 10 миллионов. Но школу так строить и не начали. Что, кстати, Буйневич касается, как донесли мне непосредственно из управления образования, она в отставку подала только на словах. То есть, вроде как, заявление подала, его не подписали, и она себя дальше продолжает спокойно работать, страшно злая на всех, третирует сотрудников и так далее. Но по факту выходит, что в отставку до сих пор никто не ушел. А, кстати говоря, вот ты задал вопрос, да, как вы думаете, где рванет? Мне почему-то кажется, что где-то рванет старый жилой фонд, потому что вот последнее время очень часто опять какая-то волна стала попадать на съемки, когда буквально, ну, огромные камни вот с фасадов падают, люди говорят, мы спим, и у нас буквально ночью, у нас в постели сыпется песок с потолка. Реально ли привлечь кого-то к ответственности? Звичайно. Але для цього потрібен час, для цього потрібна політична воля. Або політична воля центральної влади, або воля людей на вулиці, так? Громади. Ну, в продовження взагалі цієї теми, знаєте, от, про корупцію, Вікторія, цей приклад, він просто став досить наявним. Про це все дізналися, Україна дізналася. Насправді, кожного дня ця корупція, ну, зокрема, у нас в місті, вона вбиває. Хоча б через те, що люди не отримують належної медичної допомоги. От люди могли би отримувати швидку, невідкладну допомогу в лікарні.
швидкої допомоги, яку фактично вкрали в місто вже більше 2 років і не вводили в експлуатацію, а в результаті взагалі віддали в оренду приватній фірмі. І зараз що з нею взагалі відбувається, ніхто не знає. І до чого її готують, чи знищити, чи і так далі. Але кожного дня люди вмирають, не отримуючи, наприклад, тої самої невідкладної швидкої допомоги на належному європейському рівні. Кожного дня у нас пенсіонери не можуть собі купити, наприклад, ліки, які їм необхідні для того, щоб або вилікувати якісь свої недуги, або продовжити своє життя. А в той час гроші з бюджету крадуться і розтягуються просто по кишеням, по офшорам і так далі. Це хіба не корупція вбиває? Ви знаєте, я от цим літом, я же постоянно слежу за всеми тендерами и так далее, по работе. И каждый раз, когда я видел какие-то новые проекты, вот казалось, что люди воруют у нас в городе как в последний раз. Потому что совершенно чудовищно перекраиваются проекты прямо по ходу, когда уже тендер проведен, выигран, потом вдруг увеличивается его стоимость, меняются полностью все условия, все переигрывается. Вот это идиотское совершенно решение с кредитом в 1 миллиард гривен, который нам внезапно, вот срочно сейчас понадобился. Действительно, как будто вот в последний раз, как будто вот сейчас все закончится, нужно быстро успеть нахапать. Как вы думаете, это действительно как в последний раз, или просто уже края люди потеряли? По информации, которую я знаю, что действительно поставлена такая задача распродать весь город за осень, и я думаю, как можно больше сворвать, потому что если мы говорим о том же кредите, да, это же школа Говорова там на поселке Котовского, на нее уже выиграны деньги. Плюс это тепловые сети. Извините, у нас через уже чуть-чуть, и у нас стартует сезон отопительный, и когда они собираются ремонтировать эти трубы, но платить они будут дальше кредит. И, кстати, что касается больницы, я была на допросе у следователя в Приморском РОВД, потому что там открыто ЕРДР по поводу злоупотребления служебным положением. Так вот, следователь мне говорит, а вы знаете, что мы всегда, что сессия горсовета всегда передает в аренду такие коммунальную собственность. Я ему говорю, покажите, пожалуйста, мне решение сессии. Он мне говорит, мне нужно время поискать. Я говорю, поищите ее, я подожду. И когда он понимает, что это просто распоряжение, даже следователь удивился, как ее передавали в аренду. А по поводу ответственности, сегодня происходит суд, да, на скамье подсудимых 23-летняя девочка, которую, извините, буду говорить простыми словами, просто пытаются сделать крайней. Ситуация вопиющая, все понимают, что этот молодой педагог, у которого должна была быть свадьба, она буквально за 2 или за 3 недели до событий Виктории уволилась, уехала домой. И потом девчонку после трагедии вызывают на работу, якобы там какие-то уладить нюансы, и тут же ее берут под стражу. Понимаете? А параллельно с этим получается у нас тоже нонсенс, а не ситуация там с тем же Краяном, который, конечно, на фоне Виктории уже, знаете, затерся и не кажется таким вопиющим, потому что речь-то шла о детках. Честно говоря, по этой девочке, я считаю, все-таки, несмотря на то, что все ее защищают, народные депутаты бегают ее брать на поруки, я считаю, что взрослый человек после 18 лет несет ответственность за то, что он подписывает. Если он подписал какие-то документы, он должен нести ту меру ответственности, которая назначена за это законом. И если она была настолько глупа, что взяла на себя ответственность за пожарную безопасность, она должна за это понести ответственность, которая там положена по закону, но вне всякого сомнения это не должен быть там срок в тюрьме и так далее и тому подобное. Але ж мы повинні розуміти, що це система, яка створена у нас сьогодні скрізь, в нашій країні, в нашому місті. І якщо ми пройдемося по будь-якому табору або якомусь санаторію, ми знайдемо там в кожному такому санаторії людину, яка щось підписала, але яка насправді ні за що не відповідає і не проходила ніяких курсів відповідних, немає ніякого профілю в цьому напрямку. І якщо станеться десь подібна ситуація, то знову ж таки можна буде завжди повішати всю вину на якусь людину, яка насправді просто щось підписала. В даному случаї є, наприклад, той же господин Панов, который директор департамента, начальник управления капитального строительства, и чьи подписи тоже есть на документах о заказе этого строительства, его оплате и так далее. Так вот, в таком случае господин Панов может в свое время сказать, мало ли там есть моя подпись, вы же понимаете, кто я такой, я всего-то начальник управления, на самом деле решали совсем другие люди.
Ну, я тебе хочу сказать, что в этом случае, знаешь, это вот такая картинка всплывает, когда все за решеткой, а Труханов с чемоданом где-то в самолете. Да, в цілому, тобто тут зрозуміло, що ця система, і вона побудована саме для того, щоб було легко, комфортно займатися корупцією от тим, хто знаходиться наверху. І її, звичайно, цю систему потрібно знищувати, її потрібно замінювати. І саме от те, що сьогодні відбувається, можливо, це якраз шанс, можливість громадськості звернути на це увагу і спробувати все ж таки це все змінити. Ну, якщо що, я за. Ми теж.